9-й, Максим Мишкин номер 9-й, он сейчас с мячом смещается к воротам, и удар по воротам, 1-0, открывает счет. Рот, зовут Штибегов, с передачей Макса Мишкина, и у нас там 27 секунд, и открывает счет. Хозяин, получается, и великолепный подкат, четко в ноги, как говорится. Но здесь Чирич смещается к воротам и делает счет 2-0. Великолепный удар 20-го номера. Олег Чирич развернулся, пробил и 2-0. Хозяева сейчас ведут. Ну, знаете, очень трудно иногда ориентироваться с таким гулом. Передача, Мишкель, удар по воротам и 4-0. Мяч, конечно, на совести Василия Белова. Потерял он ворота, слишком близко к штангам. А здесь у нас табло немножечко. Вперед идет, остается 3:33 до завершения первого тайма. Хорошая передача, удар по воротам. Один мяч все-таки отыгрывает Лида. Классный стандарт, и очень трудно было увидеть, но по всей видимости Игорь Ковчиков номер 55-й, и у нас как раз таки он забивает 5-й мяч в ворота Лиды на 21-й минуте. Ну все прозаично пока. Да, номинально. Пас назад, Абдурашидов, удар по воротам и автогол. Но все-таки первый номер в этой «Динамо» еще исполняет ворота. И смотрим за этим стандартом. Курдадзе. Снова идет на пролом и оказывается победителем Курдадзе. Браво! Супергол от Георгия Курдадзе. Ну, это, наверное, топ-момент этого тура. Вообще, этот матч богат на топ-моменты, как мы видим. Супер взятие ворот и супер Георгий Курдадзе. Поменялась ошибка. Призорующий аута. Макс Мишкель вырывается 1-1 и отправляет 8-й мяч в ворота Лиды. Все просто. Это матч ошибок атлетической команды, которая завершается раз за разом именно взятием ворот. Вот. Удалось неплохо выйти из-под обороны, из-под прессинга даже. Лидия удар по воротам и 9-й. Калачивает.